Как вы знаете, только в нашей мастерской собирают самые-самые топовые макеты велосипедов, которые отлично смотрятся на стене, где-нибудь в гостиной или в сарае. И в этот раз у нас вот такое шикарное литье и странное название, перевернутое причем, то ли NWOV, то ли это АОМН. Что за АОМН, непонятно. Оказывается, это у нас владелец заклеил наклеечками. Смотрите, какой там супер-супер спорт велосипед. А вот там вот проглядывает, видите, буквы Porsche. То есть это на самом деле брендовый велосипед Porsche на литье, просто наклейки наклеены для того, чтобы не угнали на улице. Все увидят какой-то АОМН, скажут, АОМН, мы не хотим угонять. Вот. Но, конечно, на улице на нем никто не будет ездить, потому что это макет, а будет он стоять где-то дома. В принципе, все работает. Тормоза настроены, переклюки настроены. Рубашки тут напиханы прям вот как вот я смог напихать аккуратно. Такими вот петлями. Все это я тут напихал, потому что он, во-первых, складной, во-вторых, он был в подвес. Попросили, чтобы подвеска работала. Поэтому вот такая куча проводов. Как быстро это все протрется, неизвестно. Но зато сидушка беленькая. Комплектация тоже, опять же, у нас в этот раз тоже достаточно богата. У нас тут и комплект крыльев идет, и у нас идет тут, смотрите, какие подарочные штуки: насос, бутылочка, фонарик, чего там дофига всего. Вот сумочка, замок, представляете, вот это все к такому огромному комплекте. Так что наслаждайтесь.